Сотни людей собрались во вторник на центральной площади бельгийского города Мальмеди, чтобы отведать огромный омлет, пожаренный над открытым огнем на сковороде диаметром 4 метра. Готовкой традиционно занимаются представители организации, называющей себя «Всемирным братством рыцарей гигантского омлета». По словам поваров, на блюдо ушло более 10 тысяч куриных яиц и несколько килограммов бекона, а также специи. Чтобы омлет не подгорел, его непрерывно перемешивали деревянными лопатами. После того, как смесь запеклась, блюдо поделили на порции и раздали присутствующим. За последние недели из европейских супермаркетов были изъяты миллионы яиц из-за опасности их заражения инсектицидом фипронилом. Но жители Мальмеди не испугались возможной угрозы здоровью. По словам главы местного отделения братства Бенедикта Мати, никакого вреда тарелка омлета не нанесет. Как говорят медики, фипронил обладает умеренной токсичностью и может вызвать повреждение внутренних органов у человека. Однако, чтобы ощутить на себе его вредный эффект, необходимо съесть сотни зараженных яиц.